Всем привет! Сегодня 21 апреля 2017 года, 12:11 дня. За окном, как вы можете увидеть, облачно, моросит дождик, на березе распускаются уже листочки. А я хотел бы рассказать вам историю свою о том, как я набухался просто, до двоения в глазах. Это был мой первый, наверное, единственный случай, когда я так набухался. Я еще до этого так не пил. Я пил пиво, пил вино, пил водку, но ни от чего этого я не был таким пьяным, как от ерша, как от коктейля водки с пивом. В общем, было мне тогда где-то, я уже даже не помню сколько, может, лет 17, может, 18. Мы сидели с друзьями на крыше девятиэтажного дома. Вот. И днем. И пили. Пили мы, по-моему, вначале только просто пиво. Пили вначале пиво. Потом кто-то решил принести водку. Ему показалось, что пива мало, что от пива меньше пьянеешь. И вообще, как говорится, вот пиво без водки, деньги на ветер. Вот. И кто-то решил принести еще и водки. Принесли водки. Так как водка сама по себе невкусная, а там все были подростки, то решили делать коктейль ерш, мешать водку с пивом. Ну, я тоже себе сделал ерш. Уже не помню, какой пропорции. То ли 50 на 50, то ли там, не знаю, 2/3 пива, 1/3 водки. В общем, я тоже себе сделал ерш. Выпил несколько ерша. Вначале пилось легко. Буквально как пиво почти что. Пилось легко почти как пиво. Вот. Опьянение я тоже особого такого не чувствовал. Ну, то есть опьянение было как от водки. Когда я пил ерш, опьянение было как от водки. Ну, в общем, вот так мы сидели. Потом мои друзья начали расходиться кто куда, по домам, кто гулять, вот. И я остался один на крыше, и мне надо было идти назад домой, точнее даже не идти, а ползти. Я ходить не мог с самого детства, я только ползал, вот. И мне надо было ползти домой, а жил я в этом же самом доме, вот, на нижних этажах. И бухали мы буквально, стояк того подъезда, где я жил, и стояк второго подъезда, вот мы бухали возле второго стояка. Вот, а мне надо было вернуться назад. И вот я еле дополз домой. Это мой был первый, единственный раз в жизни, когда у меня реально двоилось в глазах. Я до этого только слышал от других, что у алкашей двоится в глазах. Я видел там в фильмах, мультиках, как показывали, как у алкашей двоится в глазах. Я думал, это все просто, неправда, это все просто придумка для смеха, что типа у алкашей двоится в глазах. Я на себе ощутил, что это такое, когда у тебя реально двоится в глазах, когда у тебя глаза просто, ты их вот пытаешься, глаза свои, держать прямо, а они у тебя сами вот так вот они у тебя просто перекрещиваются, и ты вот так смотришь прямо и видишь вместо одного объекта два. И как ты не стараешься держать глаза прямо, они все равно косят. Вот, и у меня реально косилось в глазах, я еле полз, у меня все вот так вот картинка плыла. Я думал, я сейчас вообще упаду прям на крыше, и
и вырублюсь. В общем, я как-то еле, я как-то заставлял себя буквально напрягаясь просто на максимум, заставлял себя на автопилоте как бы ползти домой, дополз как-то, не знаю, до своей кроватки, упал. Потом, помню, сразу же вырубился. Потом очнулся от тошноты, меня как начало тошнить, я начал блевать. В общем, после этого случая я уже никогда не пробовал больше ерша. Вот водку пил, пиво пил, но ерша я больше никогда не пробовал. Даже если мне предлагали, я отказывался. После этого случая я понял, что ерш это не для меня. Если водки я еще могу выпить там 100 грамм, 200, даже может 300, вот, то ерш нет. 200, даже 100-200 грамм ерша просто может меня вырубить нафиг, и я ничего не буду соображать. Ну, в общем, вот такая моя коротенькая история, как я набухался вдрызг от ерша, и насколько ерш бьет по мозгам хуже, чем водка или пиво.